есть выдающиеся стихи о бренном этом мире. Пожалуйста, подумай сейчас, здесь и сейчас, что ты унесешь туда и что ты оставишь после себя. После себя что оставишь? Там не говорится о том, чтобы после себя руины оставить. Там говорится о том, чтобы ты должен книгу оставить, сына оставить. И такие этические, простые нормы общечеловеческие. Но как это написано и как это преподнесено? А как эти художники? Вы посмотрите, как великолепно украшены. И почему не говорят об этом историки архитектур? Нет, совсем. Вообще мы не исключили из нашего ислама нашу культуру и нашу историю. Культуру в очень широком понимании. И литературу, и архитектурное искусство. Письменное искусство, вот то, что мы каллиграфия говорим. И так далее, и так далее. Понимаете?